Друзья, всем привет! Закончил работу над компактным мужским портмоне. По размеру получился 80 на 110 миллиметров. По толщине в наполненном виде будет примерно 3 сантиметра. Кожа темпести, толщина 1,2-1,4 миллиметра. Закрывается на хлястик, хлястик с кнопкой. Внутри монетница, она объемная, закрывается также на кнопку. С левой стороны два отдела для банковских карт, по скрытому отделу с каждой стороны войдут визитки или пару банковских карт и одно отделение для купюр. Бахтарму я заглаживал тканулом. Подготовлена PDF-выкройка, она адаптирована под пробойник 4 мм. В выкройку я добавлю бонусом также разметку под дефолт без монетницы. Он намного компактнее, по размеру точно такой же, но тоньше. Вот она, выкройка будет разделена, соответственно, первая часть дефолт с монетницей, вторая часть дефолт без монетницы. Сейчас будет видео с поэтапной сборкой. По всем вопросам приобретения данных изделий или PDF-выкроек пишите в нашу группу в ВК. На все вопросы с радостью ответим. Всем приятного просмотра. We'll be right back.